Здорово всем народ. Так, давай пробежимся немножечко. Добро пожаловать в Kingdom of Amalur. Основной вопрос, который будет, это... Какая игра 2012 года, а какая игра 2020 года? Так, у нас тут что-то есть даже? Да, даже. Вот какая в действительности, какого года? Погоди, тут что-то почитать даже есть. Как интересно. Так, ну чё? Догадки свои пишите. Давайте здесь сбегаем. Посмотрим, что есть. Ага. Такой разный лут. Народ, это игры. Одна из них 2020 года, а другая 2012. Ну, или 2012, другого 2020. Да, оленя прибили. Ай, оу. Лутецкий. Можно еще одного прибить. Тоже лутецкий есть. Какая няшка. Как приятно. В следующем у вас пойдут отрывочки. Еще также разницы между двумя этими играми. Как бы это странно ни звучало, да. Попал. Пошел нахрен. Народ, когда сейчас попадете с этим боссом, поймете, как его одолевать. Так, что за у него лут? Ну давай, лут показывай. А, лут. Тарпалочкой. Ответочка. Мышь один. И что я должен был делать? По части я хотя бы сухожилие получал. И там три волка. Четыре волка? Какого? Ой-ой-ой. Да нифига себе. Ну чё, народ, догадались, какая из них 2012, какая 2020, или какая 2020, какая 2012? Хотя не 2020, я не помню сейчас какого года. Ну короче, какая из них новая, какая из них старая? Ну, как по-вашему? Да, первыми идут видео, где игра 2012 года. В принципе, это немного заметно глазу, особенно если смотреть по графике. Но в любой игре есть один прикол. Чем дольше вы будете играть, тем графику вы меньше будете замечать. То есть вот эта вот графика, которая вот кому-то сейчас будет, скажет, напишет, резать глаз. Да, первые часа два в игре я буду еще обращать внимание на графику. Все. Дальше ни я, ни вы не будете обращать внимание на графику. Вам нужны будут противники, но разницу увидели сами. То есть по луту в боссах разницы нет, это раз. Но по противникам количество уже разница почему-то в два раза. То есть последнюю часть оказывали. А в принципе, я конечно извиняюсь, но разница слишком, как говорится, странная довольно-таки. Почему так произошло? Слушай, я не знаю. Это еще я не до конца модифицировал графику. Это самая простая модификация графики, которая не нагружает комп. Просто на видео обрабатываю. В чем разница этих игр помимо цены в 2000, блин, рублей? То есть, да, последняя часть стоит 2000 рублей. Разница также в том, что одна весит 27 гигабайт, другая весит 11 гигабайт. Все. Больше разницы между ними нет.
Знаете, вот меня что больше всего интересует у Kingdom of Amalur? Особенно кто его покупал. Напишите, пожалуйста, мне один, пожалуйста, ответ. Сейчас, секундочку, я кое-что сделаю. Меня вот очень волнует слишком сильно. Тут немножко видео затяну. Уж сорян, надо. Обрезать не буду. Там, в принципе, можно поржать. Так, ага, вот у нас Kingdom of Amalur. Я вот беру самую первую часть. Она вроде как бесплатно, что ли, сейчас сдается. Я так и не понял, но я когда-то покупал. Это точно. Так, она у нас игра до 2012 года. Озвучка здесь только одного языка. Все, шикарно. Выходит следующая часть, проработанная графикой. Стоит 2000 рублей. 2, бляха, тысячи рублей. Объясните мне, пожалуйста, особенно кто смотрел обзоры. Я вот не понимаю, как вы можете покупать игру за 2000 рублей, где сделан английский, французский, немецкий язык и нету русского. Извините меня, за 2 косаря рублей нет русского языка. Да такой игрой я даже подтереться не хочу. Деньги я за нее верну. Я вообще не понимаю, как это так. Люди покупают и пишут хорошие отзывы. Отзыв я писать не стал. Почему? Ну, честно говоря, народ, здесь моя подлая натура. Пусть дураки покупают. Если не посмотрели мое видео сравнительное, то берите ради бога. Да, здесь моя подлая натура. Я вот такую игру, я уже не одну такую игру встречаю. И скажу честно, ну, мне лично фиолетово. Если люди не могут понять, то нет. Ну, хотя да. Здесь особенно объяснять нечего. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Графику, может быть, я потом буду тут корректировать. В принципе, ну, тут бум немного только сбавлю, да и все. Я немного тут, кстати, разрешение экрана сменил. Чтобы хотя бы шрифт побольше был. То шрифт мелковат немного на 1600. На 900. Потом графику, кстати говоря, можно будет поднять, так как нагрузка на видяху снизилась. Хотя тут, в принципе, нагрузка на видяху и так нет. Но она есть во второй части, кстати говоря. Как бы это странно ни звучало, во второй части почему-то есть нагрузка на видеокарту. И вторая часть у меня бывало подфризивала. Я вот это вот юмора не понял. То есть, как делали люди вторую часть? Он даже плавать умеет. Слушай, прикольно. Я не понимаю. Ладно, народ, на этом я закончу сравнение. Что вы об этом думаете? Пишите. Что вы еще в этой игре заметили? Меня, честно говоря, вот такие игры поражают. В игре полно багов. Я ее когда-то давным-давно играл, еще до того, как начал на YouTube играть. Я играл на нее на PlayStation. У меня тогда была PlayStation, которая потом отправилась по отцам. Случайно, наверное, на нее наступил с утра, на работу торопился. Она у меня на полу валялась. И, к сожалению, Ауфидерзейн сказала. Ну, это такое себе. Потом уже я чисто на ком пересел. Это было, конечно, обидно. Но тогда я играл мало, в принципе, только на выходных. Пишите, народ, что вы вот об этом думаете. Мне просто очень интересно. Просто жутко интересно. Ладно, народ, я на этом реально сейчас закончу. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии от этой игры. Я первый взгляд выпущу. Также под первым взглядом будет, так сказать, как это назвать правильно... Ну, ссылочка на это видео. Кому интересно, тот пусть посмотрит. Потому что мне очень интересно, вот ваше мнение напишите. Вот реально, что вы об этом думаете? Это не для продвижения, народ, видео, не для чего. Ну, мне просто до усрачки реально интересно, как это вообще так можно. Продать такой фейк. Вот просто, знаете, я уже фейки начинаю встречать от... Просто до безумия. Вот если была бы вот реально русская озвучка хотя бы, я бы эту игру не стал сдавать обратно в магазин. Эх, обидно, обидно.